Добрый день. Тысячу раз я говорил на своем блоге слово, которое звучит на букву С. Цель. Миллионы, миллиарды раз люди повторили это слово, вкладывая в него какой-то смысл. Наш брат сетевики о цели тарахтят часами. О мечтах, о целях, о желаниях. Это ключевое слово нашего бизнеса. И я думаю, все равно мало кто понимает по-настоящему, что кроется за этим словом. Вчера я имел беседу с одним человеком, со своим бывшим сослуживцем, товарищем, со своим хорошим. И он интересовался моим бизнесом. Я рассказывал ему и раньше. Но раньше не было ситуации такой острой, как сейчас. И я ему задал вопрос, прежде чем рассказывать о том, что у меня происходит и как все устроено, я ему задал вопрос. И говорит, мы с тобой взрослые люди. За время своей жизни сколько ты получил знаний? Сколько ты получил навыков, умений, чего ты только не узнал и чему ты только не научил. Механик по образованию, офицер по профессии. И как людьми управлять, и как дома строить, как дизель-генератор разобрать, и как миллионы сведений в твоей голове, как у каждого. И вот сейчас ты пришел к какому-то этапу своей жизни. Как и каждый человек придет. Ты доволен результатами? Тем, куда ты пришел? Он говорит, нет, недоволен. Потому что я сейчас, вот в возрасте 60 лет, должен думать о хлебе насущном, мне надо какой-то бизнес, какую-то работу, что-то делать, потому что мне... И я ему ответил, я говорю, ты знаешь, и я такой же. Долгое время был такой же. Но за что я себя могу уважать, это за то, что однажды мне в руки пришла информация через книжку, которая называется «Думай и богатей» Наполеона Хилла. «Думай и богатей» – это было в 1996 году. Я был полный балда, я ничего не знал, как устроен этот мир. В смысле достижения цели. Не знал. И когда я прочитал эту книгу, простенькую, с историями, то я понял, что есть принципы успеха, которые определяют, будешь ты на вершине, будешь ты куда-то двигаться осмысленно, или ты будешь просто жить, просто работать, просто что-то делать, просто узнавать какие-то сведения, просто чему-то учиться, просто существовать. Или ты будешь идти к цели. И я спросил себя, узнав о том, что есть 13 принципов успеха, и первый, самый главный, это желание, это цель, это осознание, куда я хочу в конечном итоге припереться. И я сказал себе, а чего я хочу действительно? Куда я иду? Что я делаю? Как все, я просто работаю, я просто стараюсь, я просто хочу жить лучше, я просто, ну просто зарабатываю деньги, просто вот-вот живу, просто вот-вот-вот стараюсь. А чего ты хочешь? Какова твоя цель? Куда ты движешься в конечном итоге? И вот этот вопрос стал для меня важным, главным, наверное. Я как-то внутренне его прочувствовал, и я сказал себе, через некоторое время я понял, я хочу быть успешным, я хочу быть богатым, я хочу получить признание, и я хочу быть свободным. И у меня сформировался девиз «Моя работа – не оставить себе работу». То есть я хочу создать нечто такое, такой бизнес, который бы приносил бы мне все время увеличивающийся доход, а чтобы я уже ничего не делал. И чтобы я мог перемещаться везде, чтобы я бы не был привязан к складам, к магазинам, к ресторанам, к производственным площадям, к людям, ко всякого рода разного бумажкам, к совещаниям, заседаниям, бесконечным распорядкам дня, работам, контролю за людьми, за быть контролируемым кем-то. Я этого не хочу, Я хочу быть свободным и иметь много денег. Где такое возможно? Не знаю, надо искать. Я начал искать. Неосмысленно, но наткнулся на сетевую компанию. И когда я, ничего не понимая, что это такое и как там все устроено, увидел вот эти кружочки, и когда я понял, что я могу построить из людей нечто,
Они будут этим пользоваться, потому что это хорошо, им нравится этот продукт, товар или услуга. А мне всю жизнь, и они будут набирать новых людей, продавать и что-то там делать для себя, а мне за то, что я это создал, усилиями многих поколений людей будет выплачиваться нарастающий доход. Эта идея меня полностью захватила. И я начал долбаситься. И вот уже 17 лет, почти как я в этом деле. И первая половина была далеко не успешной. Я не мог понять, как оно все устроено. Идея классная, а как работает, не получается. Сейчас я точно знаю, как это устроено. Сейчас у меня получается. Я потратил кучу сил и времени. Но я тратил время, усилия, деньги, жизнь свою на понимание, на осознание, на приобретение умений, навыков и знаний, которые вели меня к цели конкретной. Какой? Быть успешным и свободным. Получать остаточный доход, который растет в геометрической прогрессии. А не вообще знать про дизель, знать про юридические законы, знать про то, про все, существовать, зарабатывать, получать какую-то зарплату, что-то делать. Возможно, это трудно, возможно, на первом этапе нет таких результатов, но зато потом отдача какая. Я хочу, чтобы все осознали, это несложно понять, но через это как-то это надо пропустить через мозги, печенки, через сердце, через душу, через плоть, через разум, через дух свой. Это надо понять, что не просто тарахтеть про цель, а понимать, что ради цели, которая тебя волнует, тревожит, к которой ты хочешь прийти, ты должен получить знания, которые ведут именно туда, а не вообще что-то узнавать. Я всегда рассказываю историю, как у меня была жена моего лучшего друга, Светлана, она очень деятельная девушка была всегда, и она училась, бесконечно училась на каких-то курсах. Курсы парапсихологии, курсы садоводства, курсы плетения там чего-то, курсы юридические, скоропись, там, скорочтение, значит, стенография. Чего только она не заканчивала. Я говорю, зачем ты это все это, тратишь время, силы, деньги на это? В жизни все пригодится. Ну, звучит правильно как бы. Я тогда не знал, что ей ответить. Нет, надо получать специальные знания, которые ведут тебя к твоей цели. А какая цель? А чего ты хочешь? Что ты хочешь? Научись делать это. Научись строить бизнес. Научись строить сеть. Научись строить то, что помогает людям продвигать товар, а тебе с этого получать товар, с их товарооборота получать деньги. И тогда ты станешь человеком, который называется сетевик. Многие тысячи и десятки тысяч людей называют сетевиками, никакого отношения не имея к этой профессии. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сеть надо построить. Как она строится? Узнай. Научись. Выработай умения, навыки. Пойми, однажды закрепи это. Совершенствуйся в этом. Потому что именно это знание сделает тебя миллионером. Сделает тебя человеком, который может путешествовать по миру. Человеком, который будет весь в бриллиантовых значках, стоять на сцене, в овациях, в цветах и учить других, что очень приятно. Есть, возможно, другие цели. Под них другие знания, другие навыки, другие умения. Вцепился в свою цель, получай специальные знания. Специальные знания, узкие, которые ведут тебя к цели. Возможно, потребуется затратить время, возможно, затратить усилия, возможно, придется поплакать ночью в подушку. Но если цель стоит того, я желаю вам удачи.